Настоящий герой. Кто знает, через что прошла моя девочка Немет. Больше, чем просто солдат. Я не смог быть рядом. Номинант на премию «Оскар» 2017 от Турции за лучший фильм на иностранном языке. Иди ко мне. Давай, не бойся. Кинокомпания «Мустафы Услу» представляет. Фильм «Кан Улкая». Эта маленькая девочка ворвалась в нашу жизнь, как светлый лучик в мраке войны. Пусть будет Айла. Айла? У нее лицо как луна. Я пойду. Я умру, если не увижу ее сегодня. Сулейман меня зовут. А как зовут тебя? Раз, два, три, четыре. Джентльмены, это тактика китайской армии, которые вступили в бой. Вперед! Я вернусь за тобой, хорошо? Вернусь за тобой и заберу. Затем никто не сможет разлучить нас. Ты обещаешь? Обещаю. «Дочь войны». Скоро в кинотеатрах.